Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами в парке миниатюр Бахчисарая. И вот красавица Фрида, она же морячка Соня, играет с палочкой. Но это, вернее, не палочка, это ветка, на которой была кора. И посмотрите, как ее Фрида обглодала, всю кору буквально. И действительно, это необходимо для Фриды, потому что у бегемотов резцы и клыки постоянно растут. И поэтому им необходимо их стачивать, как и тем же кроликам, постоянно что-то грызть. И вот мы видим, что такие ветки на ура идут, и Фрида с ними не только играется, но и хорошо их очищает от коры. Кстати, для бегемота с его огромными клыками покромсать лодку ничего не стоит, потому что у них клыки достигают до полуметра, представляете? И к тому же очень крепкие, вообще по крепости одни из самых мощных таких среди вообще животного мира. Вот, Фрида поиграла с веточкой, скажет, ну нет, где там мой обед? Судя по всему, Фрида очень ждет время обеда, оно фиксированное. Специально здесь проводят показательное кормление, чтобы люди приезжали, любовались. И вот ящичек уже готов. Ну, понятно, что у себя в домике Фриду кормят, судя по ее упитанному виду, она вовсе не голодает. Так что, друзья, вот эта красавица действительно стала любимицей многих крымчан, и не только крымчан, потому что из роликов люди из других регионов тоже очень и очень ее полюбили. А вот и долгожданный обед. Что ж, друзья, всем мира и добра!